Говорят, в мире сейчас неспокойно, но в облаках играет музыка. И сегодня у нас в гостях этнофолк, этноготы. Ну или как-то так. В общем, группа Киви и Ниэми. Опять же, не знаю, правильно ли я говорю. Ребята поправят, расскажут все в интервью. Еще у них инструменты из Леруа, так что смотрите, слушайте. Это реально круто. Церква, церква.
Мать Божья, Богородица, Богородица, Богу молится. Спасибо. Thank you.
лежать одну. Близко к вечеру, сна бы снаживала, близко.
Thank you.
фото девушек отвыкать. Гаю, гаю, ой, боже ж мой, отвыкать. Ох, и как мне, да и к Васеньке привыкать. Гаю, гаю, ой, боже. Красота. Что это было вообще, ребят? Нет, не сейчас. Некоторое мгновение назад, когда вы играли. Как вы называетесь еще раз правильно, чтобы я это произнес? Это самый главный вопрос. Киви Ниеми. Киви не ни 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 Ниеми. И все вместе нужно это произнести. Киви Ниеми. Киви Ниеми. Мне можно $1 миллион? Причем желательно так, чтобы ударение рублей, было и простите. На «и», и на «е». Очень важно. Я не справлюсь, извините. Класс, ребят, это было шикарно. Я улетел. Вопрос такой есть. Почему вы играете такую музыку вот в этом жанре? Что за жанр? Ну, понятное дело, что народные, напевы прекрасные и классные. Но, блин, почему? Надеюсь, что я не только за себя скажу. Мне кажется, что это в первую очередь атмосферная музыка. И как так получается, что мы больше сначала создаем атмосферу. У нас нет такой цели специально народной песни. Просто так как это немножко получается, где-то может быть транс, где-то чего-то, ты говоришь, улетел, да? Мы тоже когда играем, мы улетаем. Вот. А просто, ну, мне так кажется, что русские народные песни, они сами по себе весьма трансовые. Ну, просто сочетание прикольное. Инструменты у нас задали тон. Гусли, балалайка. И здесь уже по-любому хочется что-то такого диковинного. Мы сами по себе люди странные, эту музыку еще странную, конечно, петь мы должны были изначально. Ну и Паша у нас нормальный единственный человек, Павел, барабанщик, поэтому он так немножко в рок нас тянет. И у нас в целом называется, наверное, world music, можно сказать. Приблизительно, где-то там. Что это? Как называется? Это лировидные гусли. Откуда они? Они вообще древнерусский инструмент, но чаще он бытовал в Новгородской области. То есть 12 века такие гусли появились там. А конкретно эти откуда? А эти, это да, собственно, Антон делал. Они вау! Ну, в общем, нам нужны были электрогусли, потому что в группе неудобно играть на акустических гуслях, и я в Леруа купил доску и сделал из них электрогусли. Серьезно? Это из доски из хозяйственного магазина строительного? Ну, я просто представил примерно, как должны выглядеть электрогусли, и вот сделал. Серьезно, просто из доски, из магазина ты взял и сделал... Ну, нет, не только вот это... Новгородские гусли. Как потом оказалось, новгородские, да? С гитарными леверсами, вот, видишь, классные. Даже сейчас, по-моему, большинство, кто использует гусли, они используют их как чисто фольклорный элемент, и именно звучание фольклорное, то есть, да, там вот крыловидные бряцанье с микрофоном. Вот, а вот такого, чтобы как Рия там с эффектами через процессор, я не говорю, что этого нету, но... Нет, наверняка есть где-нибудь, но просто мы... Да-да-да, я кайфанул. Мне очень понравилось, я прям такой, типа, вау! Это просто пушка. Ништяк. Почему гусли? Почему балалайка? Вы чего? Да, вы учились этому или что? Что у вас за образование? Я закончила гнесинку по балалайке академической, а потом пошла в академию как этномузыколог, и там начала играть на народной балалайке. Прости, кто? Этномузыколог. А это как? Мы ездили по деревням, собирали рассказы про свадьбу, песни, вот, там какие-то наигрыши. Вот, и потом это все изучали.
и потом реконструировали. Ездили как-то в этнографическую экспедицию на велосипедах. Белая этноэкспедиция. Записывали старинные песни в деревнях. Из Новгорода в Тверь? Из Зеленограда, Москвы, да, в Тверь. Тверскую область. Вот, но у меня на самом деле нет образования, даже музыкального официального. Я когда-то собиралась пойти на гусли в Шнитке, в училище. Но я когда услышала, как звучат академические гусли, на которых играют в музыкальных школах, везде, в институтах, и это вообще небо и земля. По сравнению с традиционными гуслями, это другая вообще вселенная, это другая техника игры, другое звучание инструмента. Мне, когда я услышала именно традиционные гусли, мне очень понравился их звук, и я не хотела его портить. Вот. И поэтому я начала изучать именно по-другому древнюю игру на гуслях, которую вот сейчас не преподают нигде официально. И потом уже это все смешалось с моими знаниями по гитаре, там аккорды, под песни. Все это как-то перелилось в обработку традиционных песен старинных и в сочинение своих уже современных. Ладно, ребята, вы бывайте серьезные. Нет. Да. Маша бывает. Хорошо, почему ты серьезная? Ну, мне уже почти 30 лет. Только 15 было. Нет, на самом деле 30, поэтому... Да и песни на самом деле серьезные, у нас вообще трешак, ты же слышал? Я слышал прекрасную космическую музыку с трансовым русским народным вайбом, и что там были за слова, я не знаю. А на самом деле там вообще кровище... Я помню, что говорили хоррор. Да, у нас песня про волков, как они съели маленького малыша, да, который остался в поле без матери, поскольку ее злая свекровка отправила туда одну. В общем, одна песня, другая песня про то, как девки напились в бане, потом получилось нечто. Я же говорю, готы. Это русские народные песни, реально русские народные. Просто да. То есть тексты русские народные. Мы берем прям аутентичные подлинники, находим прям записи такого-то села, такой-то области, вот, с каких-то архивов, а потом с ними же работаем как с музыкальным материалом. Ну, то есть у нас с Ри есть определенный набор песен, которые мы знаем, или мы там новые какие-то разыскиваем. Вот, и потом во время репетиции... Антон придумывает какой-нибудь риф басовый крутой, Паша подхватывает, Паша подхватывает ритм, вот, мы начинаем играть тоже все, и раз, и какая-нибудь песня вылезает на это все дело, интересно, из глубин памяти, и таким образом создается. То есть все эти песни, это на самом деле старые песни? Ну, переработанные, то есть они не все, ну, звучат не как подлинники уже, но в них узнаются. Некоторые даже мелодию уже мы сохранили у некоторых. То есть вы как-то нашли даже мелодию? Это как-то было записано или... Как вы это определили? Ну, вот опять же, я как этномузыколог знаю довольно много, потому что это наш материал был во время учебы. И Ирия тоже, она же пела в народных ансамблях, да? Вообще это все в интернете есть, в открытом доступе. Очень много старинных записей, архивов. Даже, может быть, запись не совсем старинная, но просто есть специальные экспедиции, которые ездят там по деревням, бабушки им поют в диктофон. И все эти записи есть. Одну из песен, которую мы играем, «Пошли наши гусли», я записывала у бабушек на севере, на Пиннинге. Когда мы ездили туда с общим делом, реставрировали храмы, часовни, и бабушки там вышли, записали, увидели гусли у меня в руках и спели песню, мы их успели записать. Кроме кровавых песен, какие еще есть песни там? Ну, почему вы выбираете именно такие? Или там только такие? Потому что... Потому что мы готы, да? У вас в репертуаре есть веселые? Нет, я понял. Веселое мы пытались сделать, но не получается. Мы реально поставили себе задачу сыграть, придумать какую-нибудь веселую песню, нашли тексты интересные, прикольные, какие-то там гармонические обороты традиционные. Ну и нам стало скучно. Мы играем, о, круто, после следующей репетиции. Что за отстой? Обычно Тох говорит, что скучно. А акапельная песня. Что это за песня? Это совмещенные два духовных стиха. Один из Белгородской области, село Фащеватово, на Ирдане называется. Вот. А вторая на тот же сюжет — это казаки-некрасовцы. То есть совсем разные регионы, но один и тот же сюжет. Духовный стих.
Вот. И мы не изменили вообще мелодию, только там в самом конце чуть-чуть совсем. Что бы вы хотели сказать Спасибо. Нашим слушателям, нашим зрителям и вообще миру? Я подумала почему-то вот недавно, что было бы классно встретиться с собой через 30 лет. И вот что бы я себе сказала, вот то бы и сделало меня счастливой. И это же на самом деле можно предугадать уже сейчас, какими мы будем. По большей части, большая часть людей может предугадать, кем они станут и что может повлиять на их жизнь. И чтобы они ответили себе, как стать счастливыми. По сути, вот мы все знаем, мы просто боимся себе ответить. Если мы готовы принять это, тогда мы уже станем счастливыми. Господи, это так прекрасно, что после тебя кажется, что чтобы нельзя ничего больше говорить. Все, все, заканчиваем, все, стоп. Спасибо. У нас в гостях была группа Кими Ниеми. И это вау. Спасибо, ребят. Ну что, раз вы досмотрели уж даже до сюда, то, видимо, вам все нравится. Посмотрите другие лайвы, вот они тут вот, если вы их не видели. Если видели, то ждите новых, приходите на концерты, ставьте лайки, комментарии пишите, делитесь с друзьями, приглашайте музыкантов, вообще рассказывайте другим музыкантам про нас. У нас супер. Всем пока.